Сегодня торги на московской бирже открылись довольно резким снижением курса доллара и евро против рубля. Российская валюта укрепляется благодаря росту нефтяных котировок. А на текущий момент рынок оценивает баррель Brent в $44.38. И рост уже на текущий момент составил почти 3%. Такую динамику обеспечивают вчерашние данные от Министерства энергетики Соединенных Штатов Америки, которые продемонстрировали неожиданно сильное снижение запасов на порядка 5,5 миллионов баррелей. Кроме того, ситуация на китайском фондовом рынке потихонечку стабилизируется, соответственно, фактор давления на нефть с этой стороны практически сходит на нефть. Сегодня мы ожидаем дальнейшего укрепления рубля, и если не будет никаких важных новостей, которые подвинут рынок в ту или иную сторону, цели по рублевым парам будут на уровне 65,7 против доллара и 73 против евро.